Всем здорово, ребят! Ну что, настал тест новой имбы на битве гильдий. Я прокачал 30-й прорыв, я еще не тестировал по локациям, но сделал довольно такую интересную и веселую сборку. 13-13, 10-10, пока скина нету, решил огненку прокачать, так как она не получится плюс. Сделал 10-ю вот такую вот темку по снаряге. Сейчас стоит передача, но я хочу попробовать все-таки суперсилу, выжать побольше дамага. Но передача чем хороша, она дебафит противникам, не дает им набирать нормально атаку. Плюс 13-й скилл, герой понижает еще дополнительно на 60% атаку. То есть, ну, просто бешеный герой получается. Ну, по чарам я тестировал многое, пока остановился на чарах на атаку. Плюс у нас супер питомец, который дополнительно уже я прокачал 24 левел, по чуть-чуть качаю их, дает 4600 уклонения. Скоро мы прокачаем следующий, там будет около 5000 дополнительного уклонения, это на 25 уровне. Такс, что я хотел? Сейчас мы сделаю сразу так, чтобы вам было понятно, какая сборка. Так. Она у нас без скина. Она у нас, по-моему, вообще сначала. Она же без скина. Вот так вот. Вот такая вот, ребятушки, сборочка. 13-13, 10-10-10-10. Единственное, надо будет чарку потом подкачать еще. 12 тысяч уклонения. То есть довольно-таки немало. Но я вам скажу, этого вполне хватает, чтобы просто разваливать. Единственное, что атаки не хватает, ну вы, в принципе, сейчас все увидите на битве гильдии, я буду ее проходить, попробую затестировать ее соло. Нормально, ребята, ходят. Так, смотрим, что по противникам. 700, лям 900, 700, 900. Давайте попробуем отсюда. Так. Вот сейчас вы увидите, насколько герой боится отражалок. Есть фоба, и он просто нас сейчас, наверное, скорее всего, ушатает налегке. Даже не знаю, как это зайти. Так, чтобы не слиться. Потому что бьет герой зонально по зоне, как видите, и очень быстро набирает. Кто там говорил, что это типа зефир убьет? Просто без комментариев. Напишите в комментах, что вы думаете, что зефир еще тащит? Просто, ребят, унижение без слов. Одним героем в лоб. Я в шоке. Поехали дальше. Так, что у нас тут? Землеройка. Тут единственное, можно напороться на отражалки. Убили, но посмотрите на зефира, что там с зефиром было, зефир практически слился. Поехали, попробуем напасть со стороны зефира. Это просто жесть, ребят, что я могу сказать. Браво, IGG. От обновы до обновы веселей. Да ну нафиг. Какой зефир, ребят, посмотрите на вот это, какой нафиг зефир. До свидания, до свидос. Я в шоке. Дамага столько, нафига. Вот видите, скорее всего на отражалке где-то убились.
Я не знаю, на чем так можно было слиться моментально. Может, и смотр ударил. Напишите потом в комментах. Но Зефир просто отдыхает. Фрейя то давно уже отдыхает. Без разницы, какую вы там сборку сделаете. Пофиг. Да, скорее всего, там отражалка. Потому что очень сильно проседает. Поехали, кстати, против Фобы затестим. На нем отражалка. У нас дамага дофигища. Вот видите, видно, что проседает. Но и миссует. Как видите, надо на героя ставить еще и точность. Потому что без точности мы просто тупо не попадаем. Вроде, казалось бы, простой Фобос. Да, уклонение у нас дофига, но смотрите. Вот попали, сразу же минус-минус. То есть герой в такой сборке боится очень отражения. Очень много дамага. Но кто там писал, что Зефир и потащит? Увы, и это соло герой бегает против шести. Против смотра там и прочего. Ну тут просто пипец. Единственное, видите, вот, да, отражалка есть на ком-то, потому что он реально проседает, героиня просто сливается на пол хп. То есть вариант все-таки на PvP локации это ставить, пробовать ставить подашку. Без подашки реально сложно будет. Так, ладно, два здесь, давайте еще кого-то посмотрим. Так, 800 отсюда, и потом попробуем еще попроходить. Так, что у нас тут за Зефир? Ну вот нули, Зефирка по нулям просто дамажит и все. Но ему тоже от хила хватает. Есть вариант, мне кажется, еще пробовать ставить недомогание. До свидания, Зефир. Я не успел рассмотреть тебя. Ну, вариации, конечно, прохождения разные есть. Мы так чисто соло тестируем, смотрим на героя. Но, как видите, Зефира все-таки разбирает. Единственное, сейчас будет слив опять на Фобушке, на отражалке, скорее всего. То есть, столько дамага, что я не знаю. Чаркой надо ставить, наверное, на отхил. Обряд, скорее всего. Ну, оккультиста. Вот с оккультистом, кстати... Оккультиста не... А может и пробьет, смотр пробьет, потом добьет. Не знаю. Крита не хватает. Хоть я наролил крит, маловато. Ну, наполовину проседает. Видите, даже Зефир, вместе с Зефиром они оккультиста разобрать не могут. Там просто реген настолько крутой, что весь урон, который прилетает, хилит. Райка включилась, подключилась вроде бы. Так, ну-ка еще разок попробуем с другой стороны зайти. Со стороны Фрейи, ребят. 30-я Фрейя попала. Атака фортов будет веселой, однозначно. Это 100%. Так, против Фобушки смотрим. Видите, маловато дамага. Блин, собирать больше дамага. В
Вальс, конечно, классная штука. Хил дает бешеные. Но пробить Фобу она не может. Тут у нас тут ворожай где-то есть. Да вроде нету. Ой, бешеный. Скорее всего, обряд лечения стоит. Но видите, не хватает урона. А, там выживание стоит, все понятно. Это еще единственный вариант, это выживание. Попробовать. Нифига себе, посмотрите на этого фобушку. Обалденный Фоба. Я не знаю, сколько там уклона, сколько чего. Так, она полетела к Огнику. Огник, здравствуй. Здравствуй, Огник, и прощай. Смотрите, Зефир там. Ай, блин, стой, я хотел, чтобы к Зефиру забежала. Так, ну она, в принципе, его уже и так разбирала. Такс. Пробуем забежать где-то. Их надо по отдельности повылавливать. Отсюда попробуем забежать. Ну, смотр пробивает. Дальше герой включается. 1.5 секунды нее яс плюс уклонение. Я показывал вариант сборки с ожогом. Тоже довольно-таки неплох. Так, смотрим. Все-таки есть отражалки, потому что слив моментальный, плюс, наверное, смотр попадает. Сейчас будем пробовать отсюда. Ну, как видите, вальс подходит, если уклона нормально, пофиг, все. Надвиживать. Самое главное, забежали далеко. Все, Зефира не стало. Ай-яй-яй, слились. Ну, остался один сожжевый Огник. Это, ребят, это один герой бегает против пачки. Это просто какой-то трэш, честно говоря. Так, ну тут все вместе набегают. Тут на ворожае, скорее всего, стоит отражалка. Да. Вот видите, попадают. Может, и Зефир разбирается на ура. Давайте попробуем где-то отсюда забежать. Блин, обалденный герой, не знаю, мне очень нравится. Видите, что делается. Надо все-таки пробовать, ага, вариант подашку качать. Ну, я пока так побегаю, посмотрю, присмотрюсь, но вариант подашка, мне кажется, будет очень оптимальным. Есть герои, которых нереально пробить, то есть у которых отхил и деф, это вот оккультист один на один, тут сложно будет. Все равно он по чуть-чуть, конечно, проседает, но он регенится, плюс ворожей отхил дает. Сложновато. И видно, что есть отражалки. Но Зефира убрать теперь просто не проблема. Я не знаю, как будет теперь на атаке фортов, но будет весело. Видите, Зефир мисует, она тоже как-то слабовато попадает. Она вообще не попадает. Откинь
синим от ржалочки. Слилась, смотрите, она единственная слилась. Все-таки отражалка есть на героях. Мы попробуем через огника забежать. Там питомец, который обездвиживает героев. Кстати, хорошая тема. Плюс, смотрите, недомогание не дает отхилиться. Вот, кстати, очень хороший вариант, опять же, недомогание будет тащить. Но здесь поярче. Но надо точность. Однозначно надо точность ставить. Блин, дамаг такой какой-то нереальный просто. По 2 ляма всекает. Зефир просто как ребенок разлетается. Наверное, в зависимости от того, у кого какой зефир. Пробуем с ворожаем подхил получить. Да, видите, отражалка все-таки. Все-таки там отражалка на героях. Так, тихо. Потому что она просто улетает. Ну, нереально. Зефирка просто аут. Так, вот интересно, кстати, ворожей. Сейчас будем смотреть. Смотрите, как огник просто стычки ушатал. Просто попал и ушатал. Ну, у нас дефа нету. Хотя, в принципе, что, у нас огненка. Ну, блин, как-то жестко. То ли он на урон какой-то собран, но нереально с одной тычки просто вынес. Огник хорош. Да, огник не так, огник тоже с вальсом, видите? Все-таки вальс сейчас будет тащить. Потому что без вальса просто герои разбираются на раз, на два. Так, ладно. В принципе, я вам показал, чего стоит герой. То есть, все, конечно, теперь зависит от сборки ваших героев. Сколько у них чего, ну, видите, у меня... Мы можем сейчас, кстати, даже и слиться. Хотя у нас отражалки столько, что, по идее, они должны все просто убить сами себя. Герой классный. Не знаю, мне очень нравится. Дамага немерено. Я не знаю, еще не могу определиться со сборкой. Потому что, как видите... Отражалка тоже беспокоит, то есть много разных моментов есть, но, допустим, использование вот такой вот трио уже довольно-таки неплохо должно быть. Подхил, дамаг, парализует, все, и огника как-то не стало. Так, подруга, ты немножко не туда пошла. Вот видите, отражалка, видно сразу отражалка, сливаются. Моментально, поэтому дамага у нее дофига, но надо все-таки что-то делать с отражалкой. То есть подашка как вариант на PvP локации, потому что без подашки это какашка. Ну, любой герой сливается, но тут дамага столько, что плюс если еще несколько целей одинаковых, то это печально, конечно. Ну, надо точность на героях.
без точности, конечно, печально все. Видите, даже мы зависли, мы дальше не можем пройти. Хороший зефир, кстати. Она его не пробивает. Ну, она его бьет, но не пробивает. У него дофига отхила. Так, кто у нас там по топам? 787, 700, 783, 770. Давайте еще одного отсюда посмотрим. Так, давайте отсюда так и начнем. Не знаю, надо будет поиграться с ней, но... Это просто жесть. Одним словом. Да, ребятушки. Вот такие вот пироги. С ворожаем, наверное, долго будет мучиться. Ну, то есть герои, которых она реально не пробьет за счет отхила, за счет всего. Есть герои, которые... Так, наверное, надо своего ворожая закинуть тоже. Сейчас фобушку сольется. То есть, как видите, надо точность. Без точности она не попадает, и плюс надо... какую-то защиту от ржалок. Ну а так герой стоящий, реально кайфовый. Смотрите, зависли. Что за фобосы у них? Что за хрень? Фобоса пробить не могу, это вообще жесть. А там еще он с этим, с новым талантом, с блокировкой. Или это показать? А, нет, в принципе, он же и так блокирует сам. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела, пироги. Не знаю, как хотите называйте, но реально теперь нету проблем в прохождении вообще никаких. Ну, у топа. Да, зефир проседает конкретно. У меня тут воодушевления стоят на них, поэтому... Но вот это единственный человек, которого София Виктория, у которого стоят тоже видно отражалки, потому что герои мои проседают жестко. Ну тут можно другим способом пройти. Давайте попробуем слиться. Я хочу просто уже деф менять. Землеройка улетает, значит здесь отражалок дофига. Ну сольемся так сольемся, фиг с ним. Сама суть, что мы затестировали нового героя. И реально герой обалденный. Да, мне очень понравился. А мы сейчас тут зависнем, скорее всего. Зефиры разлетаются. Единственное, надо дамаг. Если много дамага, печалит то, что герой сливается на отражалке. То есть надо что-то универсальное делать, как обычно. Ну, надо ждать скина. Когда будет скин, тогда уже будет понятно, что же все-таки... Посмотрите, зефира разобрали все-таки. Тогда будет понятно, что же дальше делать, потому что пока так Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, ее слили. Ай-яй-яй. Все-таки она слилась. Собака. Ну, тут, в принципе, зефир. Так, у нас останется только один огник. Не знаю, не знаю. Тут огник крепкий. Хотя у нас отражалок дофига, он может на отражалках просесть.
Попробуем, пока он отвлечен, запустить сюда орду с юнитов. Да там питомец, наверное, останется для здания. Не, все-таки питомец не достает. Я надеюсь, я все правильно выкину. В общем, такие вот, ребятушки. Или там у нас здание есть где-то спрятано. Не, вроде зданий больше нету. А, все слились. Жесть. Это только единственный шанс на то, что он сольется. В принципе, то не важно. Сама суть, что герой действительно стоящий. Как я говорилось, Фрей, Огники печали. Единственное, надо точность, надо урон. Ну, это и для всех героев относится, но самое новое то, что герой полностью блокирует. Тупо блокирует ограничения, то есть обходит их. Вот это вот самое основное. Блин, на башне осталось. Просто жесть. Ну, ничего, то такое. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.